Я выпустил сериал из 13 альбомов. Альбомы эти, ну, обобщенное название «Живопись мира. Новый взгляд. Резюме в стихах». Вот таким образом я как бы проложил новое направление передачи живописи с помощью стихов. Своего рода художественный ликбез, если так можно сказать. Но и именно такое начинание, собственно, послужило толчком к тому, чтобы я этим занялся. Комментарии я предложил изложить в стихотворной форме. Это было одно из первых начинаний такого направления. Я начинал писать свои стихотворные комментарии на русском языке, а потом по просьбе многих моих американских приятелей и близких друзей, я сделал перевод на английский язык. И 8 альбомов у меня переведено на английский язык. Есть русско-английские версии каждого из альбомов. Первый альбом, с которого начался этот сериал, это «Живопись Ивана Айвазовского. Новый взгляд. Резюме в стихах».